Не пропустите! CityLink открывает новый магазин в Москве. Акции, подарки и выгодные цены на электронику и бытовую технику. С 7 по 9 апреля. ТРЦ «Филион». Третий этаж. Быть всем! Знаете ли вы, что индиец Прахлад Джани уже 79 лет ничего не ест и не пьет, и при этом живет полной жизнью? Для подтверждения этой способности его даже обследовали в клинике на протяжении 10 дней, где за ним круглосуточно наблюдало более 100 специалистов. Сам Прахлад утверждает, что питается только энергией солнца, и он счастлив, ведь ему не нужно ни готовить, ни мыть посуду. А теперь представьте себе, что если бы вся пресная вода исчезла? На данный момент около 70% поверхности Земли – вода, и всего 3% являются пресной. Россия по ресурсам поверхностных вод занимает ведущее место в мире, ведь только в озере Байкал находится 20% всей питьевой воды. В нашем же случае все исчезнет. 117 миллионов пресных озер, ледники и 180 тысяч кубических километров рек. Стакан больше не будет наполовину пуст или полон, он будет просто пустой. В среднем каждый человек за свою жизнь употребляет около 35 тонн воды. Меньше чем за год будет выпито все – соки, газировка и молоко, которого ежегодно производят около 750 миллионов тонн в год. Вы навсегда забудете про душ и личную гигиену. Исчезнут 85% всех заболеваний, ведь все они передаются через воду, и ежегодно от них погибает до 25 миллионов человек. Уже сейчас 2 миллиарда человек живут в условиях постоянного дефицита пресной воды. В нашем же случае в воде будут нуждаться все 7 миллиардов. Вам больше не надо будет заводить детей, ведь они не смогут принести воды в старости. Вы больше никогда не увидите ни снега, ни дождя. Так, только в Москве дождь – это в среднем 6,5 миллионов тонн питьевой воды в год. Из-за отсутствия осадков по всему миру будет засуха. Из-за этого умрет не только весь урожай, но и вообще все растения. Через месяц умрут 90% всех живых существ на планете. Только в 2011 году в Африке от голода, вызванного засухой, умерло около 100 тысяч человек. Сейчас счет пойдет на миллиарды. В итоге оставшиеся в живых начнут перерабатывать соленую воду в пресную, начав все заново. Получается, что пресная вода – это хорошо? Конечно, да. Ведь вода – это такая же основа жизни, как и воздух. Например, без еды человек может прожить до 3 месяцев, а без воды – всего неделю. И без нее вы бы не смогли дождаться даже следующего выпуска «Что если?». Хочешь больше наших роликов? Тогда подпишись на наш канал «Игры разума», где ты сможешь узнать правду про Николая Соболева. А если ты уже подписан на «Что если?», то поставь себе оповещение, чтобы увидеть новый ролик одним из первых.